Доходы, расходы, дефицит. Проект закона о бюджете рассмотрели на заседании правительства. Документ составлен на 2016 год. Начфин откровенно признается, в кризисных условиях изыскать средств на развитие не удалось. Зато расходы социальной направленности предусмотрены с небольшим приростом к уровню 2015 года. Это доходы прогнозируются в сумме 28 миллиардов 397,8 миллиона рублей, расходы 31 миллиард 390 миллионов, и таким образом дефицит составит 3 миллиарда 19,2 миллиона рублей. 98% всех бюджетных расходов будет направлено на реализацию 19 региональных программ. Если пройтись по сферам, то в приоритете образование и здравоохранение более 6,5 миллиардов соответственно. В сфере социальной защиты населения средства предусмотрены в общем объеме 6 миллиардов 437 миллионов рублей, и из них основными направлениями являются обеспечение мер социальной поддержки граждан, предоставление мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также детям и семьям, имеющим детей. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях. Кризис 2015 года негативно сказался на всех сферах экономики, рассказывает Светлана Давлетова. Самое серьезное падение производства в машиностроении. Те доходы, что прогнозировали год назад, себя не оправдали. Но планы на будущее все равно светлые. Предполагается в 2016 году незначительное экономическое оживление, а в плановом периоде 2017-2018 годов предусматривается умеренный рост показателей. Председатель облдумы Виктор Смирнов попросил исполнительную власть трезво оценивать ситуацию. В условиях постоянного снижения поддержки из федерального бюджета необходимо четко понимать, на что можно себе позволить тратить, а на что нет. По сути, спикер говорил об оптимизации, не называя это слово вслух. Наверное, пришла пора сказать, сколько бюджетных учреждений реально нам нужно по каждой социальной отрасли. Если сегодня в областном бюджете деньги на 10 ПТУ, значит, мы честно должны признать, что на 10 ПТУ и, соответственно, принять на себя обязательства по финансированию этих 10 ПТУ. Не ждать помощи сверху, а изыскивать источники доходов самостоятельно, призвал губернатор руководителей муниципалитетов. Исходя из этой настоятельной рекомендации главы региона, им предстоит сформировать бюджеты своих территорий. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.